Чувашия станет первым регионом в России, где банковские услуги можно будет получать почти во всех отдаленных деревнях через агентскую сеть Сбербанка. Этот проект уже запустили в пилотном режиме в некоторых селах Марпасадского, Красноармейского и Цивильского районов. Теперь положительный опыт будут распространять дальше по республике и внедрять в других регионах. Чувашия станет первым регионом по предоставлению банковских услуг через агентскую сеть. Уверенность в этом выразил Петр Калтыпин, вице-президент Сбербанка, на встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Кроме того, в планах банка оказывать услуги многофункциональных центров в своих отделениях, например, если нужно получить паспорт или права. Мы пытаемся со следующего года уже перестроить достаточно много технологических вещей. И основными задачами ставим перед собой это быть ближе к клиенту, развивать партнерство с клиентами. И самым важным здесь критерием будет скорость и время. Глава Чувашии поблагодарил за особое внимание к региону. Здесь готовы поддержать социально значимые инициативы крупнейшего банка страны.